для нас была неожиданностью. Команда хорошая, сбалансированная, Хетафе. Вот. Мы сегодня, у нас вообще ничего не получалось. От этого все идет, от дисциплины. Все опоздали, не собрались, мало людей было, ночью гуляли. И в итоге сыграли очень много. Но мы не надо это должно, играли хорошо. Вот, ничего нам не давали создавать. Были у них, летело абсолютно все, такое бывает, это футбол. И единственное пожелание, чтобы мы вышли обе команды в плей-офф и сыграли с ними еще раз. Я думаю, будет все совсем по-другому. А так, спасибо команде Сибирника за игру. Это, наверное, лучшая наша игра. Вообще, эмоции, конечно, переполняют, настраивались. Если помните, первая игра, что вторую игру настроимся, соберемся, покажем наш уровень и физически подойдем более... физическом состоянии также. Поэтому я думаю, у нас сегодня все полно. Мы могли единственно больше забить. Моментов было, конечно, очень много. Надо работать над реализацией. Но самое главное, что появилась игра, а голы придут. Но соперник играл свою игру. Ну, конечно, они настраивались, может быть, не так, как мы на них, да, настраивались. У нас более по-боевому. Закономерен в итоге. Да, да, все закономерен. Теперь на нас будет настраиваться, потому что, конечно, команда не слушает. Надеяться, что будем сохранять такой же уровень, такую же игру в дальнейшем. Спасибо большое. Вам спасибо.